Всем привет, с вами я, Вадим Сена. Игра Tomb Raider. Следующая у нас серия называется «Спасите Саманту от Матиаса». Там вдалеке иду. Наверное, сюда. Ионов, они идут! Становись к пулемету! Эта сторона моя! Указывай цели! Ублюдки! Осторожно! Они справа! Стреляй! Задержи! Быть.
гранаты швырять. Я тоже хочу швырять.
туда нам типа не забраться там. Точно полуконтратак его можно мгновенно убить почти любого противника. Нажмите Shift, чтобы уклониться, а потом F, чтобы убить. Shift и F. Освоить. Хорошо. Это мы освоили. Дата 658, да. Тут изучим. Здесь вот патронники, барабанный магазин. Барабанный магазин. Магазин до 12 патронов. А, да. Патрон. Модификация патронник увеличивает урон. Давай вот этот сделали, да. Хорошо. Этому китайскому гончарному изделию тысячи лет. Оно попало сюда еще до основания Яматая. У нас не было шанса. Они ждали. Их были сотни. Мы не добрались до священного зала. Мы были обречены. Сейчас я жду, когда за мной придут мои предки. Я слышу их. Они поедают плоть моих товарищей, поглощают их души. Кругом смерть. Я остался последний. Что меня ждет? Та же участь? Предки, услышьте меня. Умоляю, избавьте меня от такой судьбы. Пока за мной не явились демоны, они, возьмите меня к себе, прошу. Дайте мне умереть спокойно. Вот-вот. Так, теперь вот эту надо нам. А тут еще и тайный вход где-то. Снизу.
Я видела похожие артефакты из Банчианга в Таиланде. Как же это попало на Яматай? Сам кто подскажет. Это не то, что я хотел Я был вынужден это сделать. Лара не оставила мне выбора. Если бы только она умела играть по правилам, я бы обязательно включил ее в свои планы. Но ей не хватает жесткости. Это открытие станет только моим. Рубикон перейден. Как бы это ни было прискорбно, но она никогда уже не покинет этот остров. Никто из них не покинет остров. Ну, а что бы ни случилось с Эмми, но это только привлечет внимание ко всей этой истории. Не думаю, что Матиаса или его братство можно в чем-то убедить. Поэтому мне надо исчезнуть, как только закончится обряд. По-моему, я отлично подхожу на роль единственного выжившего, который вернется сюда с полицией, с камерами и достаточно скорбным выражением лица. Особенно с полицией. Жди. И надейся. Так, это мы тоже взяли. Но вот следующий, это, наверное, вот этот. Нужно попасть туда. Thank you.
вообще никак. Ну тут ты не сможешь. Что сверху, ну как раз там раскачивается. Преемница императрицы. Не все. Избранная жрица входит в монастырь. Не все так. Она получает твою власть и становится новой императрицей. Так значит? Многие с радостью отдали душу за этот дар. Теперь первая и последняя императрица Солнца всего лишь душа в разлагающемся теле. Сосуды.
Она передает не власть, она передает душу. Все эти императрицы были тобой, Пимика. Первый и последний. О, Боже. А теперь ты хочешь Сэмми. Но ты ее не получишь. Сэмми. Вместилище для души императрицы. Я должна это прекратить. Выбора у меня нет, и я смиренно принимаю свою судьбу. Сегодня я поднимусь по широкой лестнице в зал солнца, но не подчинюсь обряду и не стану новой императрицей. Тому, что я узнала, никто и никогда не поверит. Но это правда. В императрице солнца живет немыслимое зло, жаждущее вырваться за пределы Иматая. Это безумие должен кто-то остановить. Решено. Я приду в зал с кинжалом, похищенным у командующего стражей. Когда императрица поймет, в чем дело, будет уже поздно. Все, что я собираюсь совершить, я делаю ради Иматая. И все жрицы последуют моему примеру. Мой смертный час пробил. Да. Ну и здесь у нас... Перевод после этого лагеря невозможен. Фарфоровая ваза из Сацумы. Вероятно, период Эдо. Монастырь.
отдать простую смертную императрице совсем недорого за нашу свободу. Берегись! Эти ублюдки направляются к тебе! Ого. Мы задерживали их сколько могли! Спасибо, Рейс. Садитесь в катер. Если я не вернусь... Мы не уйдем без тебя. Мы будем ждать. Thank you.
Так, ну тут больше ничего такого. Yeah.
Еще раз. Еще раз. Все, что это финал. Это Лара! С ней Сэмми! Иди помоги. Она справилась. Ну, смотри, куда они плывут. Там же не видно. Думаю, она поправится. Все кончено. Можно плыть. Ладно, давайте убираться отсюда. Я была так слепа, так наивна. Много лет я обижалась на своего отца, сомневалась в нем, как все остальные. Но он был во многом прав. Жаль, нельзя сейчас сказать ему об этом. Все суеверия и выдумки не более чем фантазия, так мне раньше казалось. Но грань между реальностью и мифом порой так тонка. Мне нужно во всем разобраться. Я должна понять. Сразу же пойдем в пиццерию. Вам что-нибудь нужно? Я не знаю, что случилось на том острове, но глядя на ваши раны, и знать не хочу. Ладно, скоро будем дома. А что, вы на своем катере не смогли домой? Я еду не домой. Thank you.
это финалочка была. Большое спасибо. Дарил Калгер, Рон Розенберг и Но Хан Джесс. Отлично, мы прошли эту игру. Великолепно. Классно. Да, конечно, вот громилы вот эти большие чуваки, это нечто. Я не очень люблю в играх вот таких персонажей. Ну, их чаще всего называют типа боссы.
Вы прошли игру на 83%, чтобы вернуться на остров и закончить все это запишите. Что ж, на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо, всем пока, увидимся, услышимся.